сюда. Андрюха, идешь. Руки! Не бери захват. Смотри, смотри, захват уже не надо, просто руки, обе руки снизу. И пошел. Один раз его, один раз его. Не бери. Нет, посмотри. Иди сюда, Лиза. Лиза, иди сюда. Будем идти быстрее, поэтому не бери захват. Бери просто, видишь, вот так. Это чтоб ты пришел, а это чтоб сюда. Так, пожалуйста, через бедро лезь, потом ему. Давай. Пошли, пошли. Андрюха, куда ты упал? Куда идешь? Ой, хорошо, давай. Раз, теперь будь здесь. Ты в центре стоишь, бросок, бросок. Через... Вот так. Вот. Пошел, да. Падай, падай, падай. Сам. Не надо ноги кормить. Ну, помогай. Туда. Давай. Руслана. Пей. По очереди. Стоп. Понятно, да? Стоп. Не бери захват. Эй, Николай, если ты будешь руки здесь держать, то тебя будет сюда вытаскивать. Потом у него не получится, он на тебя упадет. Посмотри, что нужно сделать. Вы 30 раз падаете. И все. То есть вы должны... Вы так руки. Раз. Топом подворачивается, Вика, сразу руки на нее и голову наклонить. И все, не надо цепляться, ничего. Приготовились, я считаю, до 30. Внимание. Хаджина, раз. Бросай. И держись на коленях. Давай, быстрее ходи. Два. Не падай, стой на коленях, ты убьешь их. Три. Вот так. Четыре. Бросай, бросай, бросай. Пять. Следующего. Шесть. Семь. Восемь. И держи за локоть. Девять. Не поправляй прическу, потом будешь. Десять. Хорошо, стоп. Вика кидает дальше. Вика, у тебя есть ногти? Есть ногти? Надо, чтобы ногтей не было на тренировке, это улетит весь. Так, Андрюха, кидаешь теперь ты 10 раз, одного, второго. Стоп, возьми сначала кинь ливер, потому что он тяжелый, чтобы ты знал, как кидать. Один раз. Вот. А теперь один раз Николая брось, чтобы он знал, куда падать. Вот так, приготовились, продолжаем. Внимание, 10 бросов. Отсюда, раз. Молодец. Вот так все время. Два. Вот умница. Три. Сразу выходи сюда. Вот так. Четыре. Пять. Хорошо. Шесть. Семь. Восемь. И падай. Девять. Десять. Хорошо, стоп. Да. Встань на середину. Я хочу посмотреть, как ты сделаешь бросок Руслане один через бедро, потом Вике. Приготовились. Покажи. Руслане, покажи. Берешь за клад. Берешь за шею. Нет. Куда ты бросаешь? В какую сторону? Если в ту сторону, то там держи ногу. Пожалуйста, за шею. Поворачивайся. Нет. Не. Ты наоборот делаешь. Все, ушел. Вика, продолжай. Приготовились. Так, давай, Николай. Сделай бросок ему. Бедро. Хорошо, готовы? Хаджина, пошли, раз. Еще один бросок. Два. Давай. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Давай. Десять. Смотри. Спасибо. Так. Пошли вокруг ковра. Пошли вокруг ковра. Да, надеюсь.
Точно не скажешь. 61,6. Андрюха, смотри. 61,600. То есть это тебе надо быть в следующей пятнице иметь 60 килограмм. Ну, 66, сам понимаешь, ты возраст маленький, а пойти просто побороться, значит, еще раз, что нужно? Мне нужно, чтобы в четверг, в пятницу принесли бюллетень или паспорт или это, и 200 лей, то есть это идет за участие. Потому что еще платится, например, лицей платит 150 евро, или школа, или интернат платит 150 евро, то есть это вот это вот. Так, ты понял меня, да? Значит, смотри, вес нормальный, просто ближе к этому, чтобы ты придерживал. 60-600 было. Все. Угу. И да, и кимоно. Посмотри, чтобы было не только синее, но и белое. Так, у тебя какой будет рождение? Шестой. Так, а у тебя какой вес? 70. Ровно 70. Да. Смотри, есть 66-73. Есть еще убеждение? Да. Я окей. Тебе это надо? Да. Зачем? Ты хорошо гоняешь? Да. Это еще раз, это не республиканский лицей, где тебя тренер мучает, заставляет, где есть пацаны лучше комик. Здесь нет такого. Это здесь, понимаешь, как? Вот. Поле зато, видишь, у меня цепочек сколько. Ну, понимаешь, здесь просто другой контингент. Ты же учился, здесь немножко другой контингент. Вот
Ты ушел, потом еще один ушел, третий ушел, самый лучший ушли. Чуть не то, что самый лучший. То есть ребята, которые боролись, опять они с чем остаются. 12 класс, 9 класс, 9 приходит, 10 хороший уходит, 12 класс уходит. У меня каждый раз, ну, там идет отбор, там берут самых лучших. И вы никуда уйти не можете, вы тренировок не пропускаете, правильно? А здесь я сделать ничего не могу. Поэтому рассчитывать на то, что ты придешь с кем-то, будешь сбрасывать вес. Значит, давай так. Сейчас у тебя 70. 70. Скажи мне, пожалуйста, давай так, ты же долго не тренировался? Да. Нет, я не тренировался, то есть как закончил лицей, ушел, больше не тренировался. Теперь так. Какое ты место займешь? 73 в 66. Третье, второе, 66? Да. Значит, давай так, я пишу 73, да. 66. Я по пятницу подаю документы, напиши мне свой телефон, я тебе позвоню. Значит, я буду, смотри, я буду... Не-не-не-не-не-не-не-не. Где? Нет. Вот я напишу тебе свой телефон. А ты пишешь вот так. Как я буду разбираться? Слухай. Я же старый. Я могу глухой, плохо вижу. Чтоб четкие цифры, чтобы потом мне оказалось, что нет. Так, дай я посмотрю, даже вот без очков. 078-966-381. Значит, в среду. 2 часа есть. И я гарантирую тебе, что... Может быть, мать будет, ну что-то будет. Они все стрелы снимаются. Чудесно. Я убил бы их всех. Моя бы воля, осталось бы 3-4 человека, всех остальных бы выбил. Но я не могу. Дальше. Теперь, что я хотел тебе сказать. Четверг у них в час, и здесь в 2. Ты договаривайся еще, вот смотри, Нику, я не знаю, что сегодня, просто вчера его не было. Я бы хочу, чтобы... Добровским нормально бороться? Да. Нормально. Тот синик у них плохой, да? Тоже ничего. Да. То есть как бы вот их. Но мне надо знать тогда, по каким дням ты точно будешь ходить. Тогда я их буду просить. Каждый день могу. Вот. Стараюсь. Теперь смотри, четверг. Это в 2 часа и в час. Ты не можешь в час, поэтому в 2. Пятница. У них 6 уроков. И мы идем в парную. Парная, значит, кого ты можешь спросить, Добро? Лицей, вот выходит, вот здесь вот Фоксмарт. Знаю. Перед Фоксмартом есть тренажерный зал, высокое здание, там полиграфия. Это вот это же здание, только изнутри, там есть вход в парную. 2 часа парная. Она бесплатная, потому что мы с Юрием Александровичем платим. Значит, ну там с 2 до 3 стараться не опаздывать. Берешь шорты, берешь полотенце, ну и так, чтобы после парной не просто. Ты где живешь? В Бубуече. То есть, вот ты представь, ты попарился, поехал туда, ждешь маршрутку, да, она может сразу не подойти и простыл. Поэтому у тебя должна быть шапочка, что-то тепло одеть, ты можешь взять с собой просто, чтобы ты не простыл. И обувь. То есть обувь, кроссовки, а взять ботинки и все, потом теплые были. Так понял, да? Меня в пятницу не будет, будет Юрий Александрович. У меня соревнования там повольные. Значит, вот так вот. Все. Давай.